Напишем виноград техники по сырому. Альбомный лист губкой намочите с двух сторон водой. Возьмите акварельные краски и смешайте пурпурный с черным. И прямо на сырую бумагу накладывайте мазки, создавая расплывчатое пятно, отдаленно похожее на виноград. Чистой влажной кисточкой вытирайте края. Фиолетовым собственную тень винограда и чуть посветлее на свету. Одновременно вытирайте излишки краски и создавайте красивый контур, похожий на ягодки. К фиолетовому добавьте немного черного и покажите падающую тень. Белой гуашью покажите блики, а также контур винограда, только более четко. А со стороны тени не подчеркивайте. Зеленый с оранжевым хороший оттенок для веточки. Вот так черным с фиолетовым подчеркните собственную тень. Блики можно сделать более яркими. Черный с белым для падающей тени и влажной кисточкой размойте края. Голубым покажите веревочку, на которой висит виноград. И, наконец, более жидкими слоями мелкой кисточкой пропишите детали. Друзья, я желаю вам творческих успехов. Пишите дома в любое время. Пока.